одинаково оценили поединок 29-28. Единогласным решением победу одержал Дмитрий Михалити! Омск, Россия! Дмитрий Михалити. Я его сопернику Уайсу Мерею. Все-таки по судейским запискам один раунд остался за гостем из Казахстана. 29-28. Так конкурентный или иначе показал бой. Яркий, достойный третий раунд. Я считаю, это заслуживает зрительской благодарности. Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Отличный бой. Но в перерыве между вторым и третьим раундом ты очень громко сказал, что не можешь проснуться. В чем дело? Тебя не разбудил соперник? Что случилось? Можно я возьму? Пожалуйста. Будь добр. Петр, скажи, чтобы разрешили. Не переживай, я для тебя подержу микрофон. G-Drive Arena, ассаламу алейкум всем. Извините, что показал такой бой. Да, я в натуре чуть не проснулся. Да мы размялись, потом, блядь, сидели, он катман натягивал, было поздно. Потом я уже остыл, ну это отмазки, но, блядь. Короче, народ, я мог лучше подраться, но не подрался, и это моя вина. Больше ничья, ни угловых, ни чья, ни Петра. Я сам виноват. Теперь, эй, красавчик, ты молодец. На. Мама сказала, что ты красавчик и хороший боец. Мама смотрит за экраном. Мам, извини, что я подвел. Хотел лучше, но получилось, как всегда. Хули вы ржете, народ? Так, хотел бы поблагодарить своих угловых. Да, они меня сейчас матерят, то, что я плохо подрался. Ну, зря, конечно, Миры разговаривает на домашнем русском языке. Ну, что поделаешь, ничего не поделаешь. У нас интернет-трансляция, детей просто нужно брать. Друзьями, подругами, кто сидит сейчас, смотрит, наблюдает, болеет. Ой, Миры извинился. Простите, я всех подвел. Хорошо, не ругайся больше, Миры. Петр, от души. Бонус забрать не получилось, извини. Спасибо тебе за бой, так или иначе. Мы ждем тебя в будущих поединках.